И hey, what's up, Всем привет, всем здравствуйте, с вами как всегда я, Леха. Соскучились, да, наверное, соскучились или не соскучились, не знаю, но в любом случае, здравствуйте, рад вас видеть, рад вас слышать. Начало рабочей недели, понедельник. Понедельник день тяжелый, поэтому надо обязательно завести контента, понимаете, на всю неделю. Так что сейчас вам сниму кучу роликов. Значит так, у меня все хорошо, у вас, надеюсь, тоже. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, не забывайте, что сейчас в инстаграме hard.inst будет очень много разного интересного контента интересного, короче, пока спойлерить не буду, так что подписывайся. На директ отвечают сам, кто там спрашивал. Менеджеры не менеджер отвечать, нет у меня никаких менеджеров, сам отвечаю, так что как так. Значится вот так, что мы сегодня будем делать? Мы с вами сегодня посмотрим, как всегда, зомби чеза, понимаете, зомби чеза вот этот вот паразомп, вот это наша любимая рубрика, когда тут сейчас начнется исполнение в 144, вот это разрешение, так что пристегиваем ремни, сейчас у нас тут попретая контент просто из всех щелей просто пап -пап -пап. полезет, понимаешь? Полезет контент. Вот оп-оп-оп-оп-оп-оп. <свист> Соскучился я. Ой, по зомби Чезу надо наконец-то написать ему в инстакарточку, надо написать зомби Чезу, а то он все мне говорит, Алешка, Лешка, напиши что-нибудь совместное с ними. Малешка бегает, бегает, да, все снимает, все снимает. Надо написать, скажи мне, надо, не надо, коллабу сделаем обязательно с зомби Чезом, поедем куда-нибудь страшилку снимать, вот с такими глазами будем сидеть. Так, все, поехали, это видео с монстром напугало всех. Ну, ясно, опять фэк, все как всегда. <свист> This is a, a UFO... смотри 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 сейчас, сейчас пойдет а, аномальное, смотри нло наверное наверное нло да да это нло это вертолет uh -huh. Что такое? Что это за личинка летающая, блядь? Привет! Давно не виделись Дарва. в рубрике паранормальных новостей. Паразон. Как обычно, в нашем земном мире произошло так много странных аномальных мистических событий, что сложно всем нам за ними уследить и знать обо всем необычном что такое? Ты кто? Кто ты воин? Вот это что такое? Вот это вот. Это вы представляете, если бы это было на самом деле, если бы такую херню бы сняла какой нибудь телевидение, что так человек летает за ним вертолет, то уже узнали бы все паблики, бы уже гремели, сказали, вот, смотри, пожелая левитация пошла. Фэк, фэк, сразу видно, фэк. Опять нас обмануть хотят, да. Да, Именно считаете. для этого и есть данная рубрика. Итак, самые невероятные паранормальные новости, произошедшие за последнее время за сентябрь и октябрь 2021 года в рубрике Паразомб. Я зомби Чез, и я вам рекомендую иногда перезагружаться и расслабляться в мега крутой игре Крусаут. Я скажу, как я сейчас перезагружаюсь и расслабляюсь. Я вам так скажу. Вот зомби Чез расслабляется в Крусаут. я сейчас попрошу зомби Чеза, а также да, нашего друга, товарища, сколько уже знакомых, зайти в комментарии. Сейчас люди там напишут, как они обычно расслабляются. Пишите, мои хорошие. Да, пишите в комментариях, как вы расслабляетесь. Все равно это интернет, и здесь никто никого не знает. Поехали. Лучшие комментарии, как Всегда лайкну. Так. О, Япония. Это было заснято в одном из регионов Японии, Тахоку. По этой ситуации крайне мало информации, ведь запись была показана всему миру не от автора. Камера была найдена в лесу. Сам вот этот вот факт она, уже вот пугает. Она. После того, как я увидел это жуткое видео, которое было опубликовано в одном из новостных сайтов Японии, понял, что я больше никогда не буду ночевать в палатке в лесу. Думаю, и вы после того, что увидите, не будете суваться ночью в лес, ведь там обитает это жуткое существо. Что это вы тут делаете? Нет, у меня, говорит, больше друзей, блядь. Видео до ужаса пугающее, но и странное одновременно. Девушка на видео не замечает, как за ее спиной в палатке стоит неизвестное существо, у которого очень страшное выражение лица, как будто оно хочет девушку укусить. И девушка вообще не понимает, что происходит. Я вам говорил говорил тебе, Сережа, не употребляй наркотики. Это зло, это зло. Вот, вот, пожалуйста. Вот. Под, наркотики. Под наркотики. Хочи, наркотиками. Под да. наркотиками. Пожалуйста. Родск против наркотиков, да. Если что. Озеро в шотландских Охи. озерах определенно обитает что-то большое и странное, несмотря на многочисленные заверения скептиков об обратном. Считается, что... А, с раку мы смотрели уже про Лохнесское чудовище. Кстати, кто не смотрел, можете посмотреть на канале, есть выпуск. Там нам все рассказывают. И утопия, шо все все рассказали, что это фэк. Фэк стопроцентный, но не стопроцентный. То есть, как бы 50 на 50. 54 на 46. Вот. Про Лохнес, кстати, вы тогда в комментариях начали выговаривать. Сказали, Леха, Леха, вообще-то вообще ничего не понятно. То ли оно есть, то ли нет. кто кто -то верит, кто-то нет. Но я думаю, что в самом какой-то пожилой этот реликтовый ящер он есть, потому что слишком много свидетельств и издревле его видят, там слышат, он, наверное, появляется и убегает куда-нибудь в недра. В озере Лохнес обитает загадочный крупный зверь, которого видели тут на протяжении сотен лет и продолжают наблюдать и до сих пор. Под кличкой Несси он известен всем вам и всему миру. Однако странных морских существ видят и в других озерах и реках Шотландии. И недавно... Ну, прям какая-то не Шотландия, это музыкальная шкатулка. Везде со всех щелей там монстры лезут, конечно, блядь, в каждом озере. Куда ни посмотри, везде, вот даже вот в маленьком вот этом вот прудике будет кто-то жить, да, конечно. Да, это не для того, чтобы туризм повысить, нет, нет, не для этого, нет. ...появилось еще одно возможное доказательство их существования. Так, давай. 54-летний житель Великобритании Ричард... Любит активный отдых Валера. на природе с плаванием на лодках и рыбалкой. В конце сентября Ричард отдыхал в Шотландии. Он сплавлялся на каное по реке, снимая свой маршрут как с видеокамеры, так и с помощью беспилотника с высоты. В какой-то момент дрон заснял берег, на котором стояло каное. И хотя этот момент в выложенном видео длится всего несколько секунд, многие пользователи тут же заметили в воде совсем рядом с берегом нечто очень странное. Этот объект был в длину практически с два каное и больше всего был похож на доисторического морского ящера с длинной шеей, плезиозавра. К сожалению, через несколько дней после того, как это видео стало вирусным и попало в СМИ, его автор закрыл ролик от публичного просмотра, так что остались лишь скриншоты из его видео. Сам Ричард не заметил этого, когда монтировал свое видео, зато внимательные зрители заметили и стали предполагать, что Ричард, вероятно, заснял лохнесское чудовище. слушайте, Ричард, конечно, молодец, классный парень, но ну, какие здесь могут быть объяснения? Может быть, структура дна такая, может быть, что-то на дне лежит, и вот так вот как бы вот кажется. Потому что вот они каноэс, да, у нас с вами стоят, и вот здесь вот этот шланг лежит. Вроде здесь не мелко, судя вот по вот этой вот, да, воде, то, что темная вода, это значит, здесь уже глубоковато. Почему тогда шея на мели? Не знаю, здесь, здесь, ну, такое. Ну, почему он тогда ролик закрыл? Но ну, если это не монтаж, это, кстати, очень интересно поразбираться. Напишите, кстати, что думаете. Фэк не фэк. Как обычно, наверное, фэк. 16 сентября 2021 года была по всем телевидениям Африки показана одна из самых масштабных проповедей церкви. Все кажется довольно нормальным до тех пор, пока примерно через несколько минут камеры не поймают что-то странное в толпе. Похоже, среди других посетителей церкви стоит множество белых светящихся фигур. Некоторые говорят, что это просто группа людей, одетых в белое, из-за чего камеры ярко фиксируют изображение. Но похоже, что это не так, потому что в этом же зале есть и другие люди в белых одеждах, которые никоим образом не светятся. Большинство людей в комментариях восхваляют Бога, твердо веря, что это его знамение. Так что думаете? Слушайте, если это было... А ну-ка еще разочек, можно? Если это было в прямом эфире, здесь важно это понять. Если это снято на хорошую камеру, и это было в прямом эфире, то шанс того, что оборудование дало какой-то сбой, и появился еще один ряд, еще и по бокам ряд, крайне, наверное, мал. Потому что, ну, все-таки это профессиональное телевидение. Хотя, ну, это очень странно. Года была по всем телевидениям Африки показана телевидение... одна из самых масштабных проповедей церкви. Все кажется довольно нормальным до тех пор, пока примерно через несколько минут камеры не поймают... Слушайте, здесь, смотрите, здесь они прям в ряд стоят. Эти вот вообще, по-моему, висят. Но я вам так скажу, может быть, стояли люди в белых каких-то одеждах. Здесь прям вообще под вопросом. Знаешь, такое в прямом эфире увидеть? Это, конечно, ну, не знаю. Здесь 50 на 50, что-то как-то странно. Если бы это был ролик, кто-то снимал, я бы сразу сказал, что это монтаж и шляпа усатая. Но здесь что-то как-то... Это что-то странное в толпе. Похоже, среди других посетителей церкви стоит множество белых светящихся фигур. Некоторые говорят, Но они стоят. Они не двигаются. говорят что это просто группа людей, одетых в белое, из-за чего стоп, двигаются. Я заметил, двигаются Возможно, это реально люди в каких-то просто одеждах Которые вот так вот на эту камеру отражаются Может быть такое Камеры ярко фиксируют да, изображение Но похоже, да. что это не так Потому что в этом же зале есть и другие люди в белых одеждах Которые никоим образом не светятся Вообще, вы знаете, походя немножко по заброшкам, по всему остальному, снимая ночью, днем, мы уже такое количество разных вот этих вот э, аномалий ловили, когда блики, что-то где-то отразилось, что-то где-то исказилось от стекла, от освещения, что-то где-то лучи пересеклись. Уже столько всего было, что мам не горю. Кстати, скоро разборы будут заброшек. А? Полноценные разборы двух последних заброшек. Большинство людей в комментариях восхваляют Бога, твердо веря, что это его знамение. Так что думаете, это сбой в работе камеры или на наших глазах произошло невероятное чудо? Под вопросом. Если объективно брать, не знаю этот момент. Очень, очень странный. Разом все одинаково засветились. Это видео было снято с помощью камеры видеонаблюдения, установленной в подсобке магазина. На кадрах девушка по имени Паулина, она что-то пытается найти в коробке. Вроде ничего не должно произойти, но смотрите. Как вы можете видеть, Паулину, кажется, тащит через всю подсобку что-то, какая-то невидимая сила. Одна из ее ног поднялась вверх, а все ее тело скользит по плитке. Чтобы вас напугать еще больше этим видео, взгляните на стену. Руки и ноги куклы вытянуты в стороны, словно подвешенная на кресте. Кукла не двигается с своего места на стене, но это не помешало зрителям предположить, что эта жуткая кукла могла бы быть виноватым в том, что произошло с девушкой. Позже Паулина опубликовала фотографию на своей странице Facebook свою ногу и насколько ее невидимая сущность сильно схватила. А вы что думаете? А, я думаю, если попытаться хоть как-то это объяснить, как мы это любим делать, возможно, есть специальные ниточки. Типа лески, которые используются в съемках в фильмах, разные фокусы люди делают за бугром. Нас, наверное, тоже привязали к ноге. Ее не видно на камеру. Есть такие ниточки. По крайней мере, я слышал за такой вещи Хорошо, откуда появился синяк на ноге, возможно, просто нарисовали. Не знаю, тут тоже такое -то странное видео. На самом деле, понимаете об этом мистической ситуации. Пишите в комментариях кукла, я думаю, здесь ни при чем. Обычная кукла на стене висит. Ну, крипово. Если это реально. За сутки в Усть-Тарке замертво упали 300-400 ворон, при этом другие птицы не пострадали. Мистическое явление местные жители даже сравнили с началом апокалипсиса. Они признались, что им стало страшно и вспомнили популярные фильмы, в которых было что-то подобное. Во тьме тоже все начиналось с массовой гибели птиц, и в Библии тоже. Местные ветеринары предполагают, что такую массовую гибель птиц могло повлечь отравление. Однако, почему отравили именно ворон и как это

Нет, это очень странно, что именно один вид птиц, потому что я точно знаю, что есть такая тема. По миру мы с вами смотрели, по-моему, даже видеоролик, либо я в офлайне смотрел вообще, что птицы бывают такое, что целая стая птиц летит, они просто бам и выпилились, и никто не понимает, не знает, что это такое. А если бы они где-то траванулись, хорошо, окей, где-то что-то, допустим, поели, похавали, вороны не глупые птицы. Отравить большую такую стаю, чтобы она еще и в одном месте вся скопытилась, это очень странно, реально странно вот это. Произойти, пока непонятно. Похожие аномальные события происходят по всему миру и непонятно, почему падают uh -huh. именно вороны. Другие птицы не страдают. Что думаете? Новый вирус, который убивает ворон и скоро перейдет на нас? Намек на апокалипсис или что? Пишите в комментариях свои предположения. Напишите тоже, да, интересно. Иногда море преподносит удивительные сюрпризы. Военные случайно поймали в океане аномальную акулу, которая до этого никогда не была замечена. Аномальная Гибрид акула. акулы и свиньи. Первыми существо заметили военно-морские офицеры, плавающие в водах пристани возле города Порфирею на итальянском острове Эльба. Когда они вытащили его из воды, они обнаружили, что у того, что на первый взгляд выглядело как акула, на самом деле было лицо, которое больше напоминало морду свиньи. Конечно, сразу же поползли слухи о том, что это какой-то мутант или продукт страшных военных экспериментов над морскими созданиями. Предположительно, эта акула обитает на глубине 700 метров под уровнем моря. Фотография акулы свиньи быстро разлетелась по сети. Аудитория выражала возмущение тем, что редкое животное было убито таким беспрецептным образом. Однако исследователи успокоили публику, животное было изучено, после чего отпущено в родные воды. Местные СМИ, ссылаясь на морских биологов, пишут о том, что акулы пусть редко, но заплывают поближе к поверхности в поисках пищи. Оказывается, сходство со свиньями не только внешне. Животное может издавать звуки, напоминающие похрюкивание. Ну, я не исключаю этот вариант, потому что, скорее всего, возможно, они реально, такие рыбки существуют, но не изучено. Может быть, просто мутация какая-то в этих водах, может быть... Что еще может быть? Вообще фейк, кстати, никто не говорит за это. Может быть, просто такой вот сделали такие вот красивый такой слепили но больше склоняюсь к тому что да реально есть такая рыбка где там плавает над ней но вообще не изучено на самом деле в индийском штате харьяна произошло загадочное явление посреди одного из водоемов внезапно поднялась часть грунта это событие сняли на видео местные жители. Пользователи соцсетей предположили, что земля могла подняться из-за тектонической активности. Другие считают, что это побочный эффект выхода из-под грунта метана. До сих пор никто не может определить. Думаю, что не фейк, да. Мы такие вещи видели с вами провалы. У нас, по-моему, в России есть. Показывали мне ребята, по-моему, в Украине тоже такую карусель мы видели, когда либо проваливается прям резко земля, либо наоборот она вверх идет, то есть это какой-то газ выходит, либо еще что-то, то есть просто что-то выталкивает наверх. Поэтому здесь, наверное, только ученые точно скажут, но вполне возможно, да, такое может быть. Определить, что это было за мистическое явление, какова его причина возникновения, выглядит пугающе. Хорошо, что никто в этот момент там не плавал и не мыл ноги. Крипово, крипово пол выглядит, да. Иногда у людей вызывает страх не только паранормальные явления. Произошла довольно-таки страшная ситуация, редкая ситуация, которая вызовет у вас дикий испуг. Есть много мест в мире, где люди предпочитают избегать цивилизацию. Прекрасный пример – мрачная глубина океана. В этом видео мы видим аквалангиста, который небрежно плавает в разных направлениях. Кое-что вдруг происходит действительно пугающее. Смотрите. Если мы присмотримся, то увидим, как из мутной воды появляется огромная акула. Акула бьет дайвера по затылку, как будто пыталась его укусить. Ныряльщик в шоке пригибается и просто поворачивает голову в сторону большой акулы, чтобы видеть, как акула уплывает. Я уверен, все думают. Вы вообще просто себе представляете состояние человека в этот момент, когда он просто так голову поднимает, а там шланг куда-то вот проплывает. Как же повезло дайверу, и он остался цел и невредим. Реально в рубашке родился чувак. Всякий раз, когда одержимость демона изображается в фильмах ужасов, всегда кажется, что в роль вступают в основном молодые девушки. Во время одержимости может произойти множество ужасных вещей. Например, тело девушки извивается и корчится неестественным образом, или она говорит тихим демоническим голосом. В этих двух видео, загруженных анонимно на YouTube, мы видим, как на самом деле может выглядеть вполне реальная демоническая одержимость. На первом видео можно увидеть молодую женщину с длинными волосами сидящую посреди дороги в ночное время. Фары машины освещают жуткую женщину. Используя руки, она медленно поднимает свое тело вверх. Изогнув тело, она выглядит так, будто собирается броситься на машину. Затем она поднимается на ноги и начинает идти спиной вперед. ничего пока такого В втором не вижу. видео, которое является продолжением первого, мы видим, как женщина ускоряет темп, заставляя людей сидящих в авто испугаться. Затем она заходит в лес и видео внезапно обрывается. Сочетание этих двух коротких, но жутких роликов собрали миллионы просмотров. Некоторые думают, что это может быть очередной розыгрыш, но кто пойдет на такое? Голые посреди ночной дороги или это? Да, не, ну почему мы могли исполнить, могли нарки, что угодно. Это, это, это же просто кто-нибудь приход поймал белочку, поймал, что угодно может быть. Ничего такого не увидел. Идет спиной, ну и что? Это психическая нестабильная ну, да, женщина. Психология. А вы что думаете? Это одержимость демоном или да, что-то с девушкой совершенно другое? Пишите в комментариях под видео. Ну и что, просто идет спиной. Ребята, поддержите этот проект, эту рубрику паранормальной новости, паразомб, чтобы я мотивировался постоянно... Так вот в этот момент я пойду и поставлю лайк. Потому что зомби сейчас для нас старается. Контент пилит. Э, ребят, ссылочку на зомби сейчас оставлю внизу в описании. Вы тоже переходите. Обязательно поддержите его лайкосиком. Создавать подобные ролики и рад... Подпишитесь обязательно тоже на его канал. Создавать вас. Все очень просто. Написать в комментариях приятные пожелания, приятные идеи для данной темы. Писать с хэштегом текст пара зомб тренд. А на этом у меня все. С вами был Зомби Чез. Увидимся в новых видео. Пока. Брат, с меня, как всегда, лайкос. Красавчик, молодец. И давайте, давайте поддержим. Красава. Красава, очень крутые видосики делают. Все, давайте прощаться на сегодня. Все, с вами, как всегда, был я, Лех. Пока-пока. Встретимся в следующих видеороликах.